Здарова, бандерлоги, вы на канале Шмот в народ, и сегодня у нас легендарный обзор легендарного айтема от Stone Island, обзор на которого нету нигде, ни на русском ютубе, ни на английском ютубе, это эксклюзивный контент. Естественно, это про эту шубу, она двусторонняя, естественно, она не моя, а нашего подписчика, потому что стоит она как автомобиль. Что тебе нужно знать про эту куртку? Это коллаборация Supreme и Stone Island, которая сделана по лекалам из этих из архива, правильно же? Из архива, короче, она сделана. Типа, в 80-х годах вышла куртка подобная, только там была волчья шерсть. И ты можешь ее вывернуть наизнанку, это будет обычная куртка, и ты можешь носить мехом вовнутрь. То есть, ну вот это вот реально old money. Вот так вот ты, типа, ее надел. Во-первых, очень тепло, даже несмотря на то, что мех все-таки синтетический. И это материал, как он называется, стил, что-то там. Формула стил называется. Короче, водоотталкивающий материал. Вот, патч можно приделать, короче, на внешнюю сторону тоже. Как говорит подписчик, подсказывает, что могли бы и два патча положить для такой покупки. С этим я, в принципе, согласен. Карманы, как у парки. Вот, то есть, ну, такая курточка. И прикольно, конечно, когда капюшон накидываешь, типа. Я, конечно, в худи это не очень удобно, но... Чик и тепло, пипец. Ничего не слышно, но из интереса... Че, вот так вот можно сделать? А, в натуре тут... Да, типа, есть петелька, чтобы регулировать капюшон, но есть минус, короче, у этой куртки за 500 000 рублей, то, что этот мех, он облазит. И я, типа, сейчас весь в этих волосах, ты, короче, как будто кошку подержал, вот, типа, но это, наверное, стоит того. То есть, типа, ты идешь, и ты в волосах не от какой-то там коровы, собаки или кошки, а в волосах от Stone Island. Ну, вот как-то так. Соответственно, стоит это творение итальянских дизайнеров от 220 до 500 тысяч рублей, да? Ну, самое крайнее, 500 000. 500 000 за куртку. Я машину покупал за 500 000. Что в ней интересного? Хуй его знает. Про это расскажет наш подписчик. Лев, иди сюда. Смотри, я иду пешком, ты проезжаешь мимо. Я тебя расстрою, хомбой. На мне две твои машины. Начну с колпаков. Застегивать ее крайне неудобно. Это меня разочаровывает. Бывает, на улице ты просто можешь стоять 5 минут вот так и тыкаться. Сегодня еще, знаешь, замечаю между зубов вот эту вот шерсть. Ага. Не очень приятно. Ну а так из плюсов. Материал вот внутренний мне нравится, вот если ее и так носить, ну, с двух сторон, как бы все кайфово. Карманы внутри. Материал очень приятный. А это получается не настоящий мех? Нет, это не настоящий мех. А вот на винтажных, да, он был настоящий. Но Supreme ничего, изобретать ничего не стали. Однозначно, да, да. Девочки подходят? Нет, пока что. Я говорю просто то, что, ну, как бы шмот в народ, все дела, они говорят, все, я поняла. Нет, вот когда я в маминой шубе ходил, да, были такие нюансы. А в этой пока не так будет. Вот у меня есть чат, да, где мы с ребятами сидим. Они там коллекционируют эти шмотки. Мы этот чат оставим в описании. Они говорят то, что, ну, у кого-то целая вся коллекция стоит, как эта шуба. И как бы, ну, они немножко тоже в шоке были там. Дяди взрослые говорят то, что нет, мы такие кайфы себе не позволяем. Ну, у меня были деньги, сумма. Я еще давно смотрел на эту куртку, да? Но думаю, типа, не, ну, такая сумма, это непозволительная роскошь. И потом в один день по щелчку что-то, нет, я покупаю ее. И все, купил шубу. И потом еще 3 дня думаю, зачем я это сделал вообще? Есть еще, ну, там, свитшот какой-то базовый, Junior. Это они подешевле стоят.
Просто патч снимаешь и все, и ходишь, кайфуешь. И есть еще одна винтажная куртка 97-го года. Вот. Ну, я ее тоже, как полагается, на вешалку, там, знаешь. А так обычно, ну, на остальные шмотки. Пофиг. Ну, в шмотках дело. Такие вещи не покупайте. В таком буду ходить только я. Нет, вот типа, вот так вот меня смотришь, и вроде как много чего про меня можно рассказать, но как будто бы и не сказали. Ну, типа, ну вот они придумали, вот знаешь, что меня удивило еще? Вот этот паспорт в куртке, знаешь, в одном кармане, видишь? Ну мы их покажем, мы просто не знаем. И вот эти вот ЦЛГшки, они в другом кармане. А еще можно найти, я на фотографиях видел, на спине петельку. Только я ее так и ни разу и не увидел, правда, за все время. Также еще во время покупки меня немного напрягал вот этот вот знак во всю спину. Но я с ним свыкся как-то. С этим жить можно. Блин, ну спасибо тебе огромное, что пригнал, показал. Вообще, ребятки, если вы хотите такую шмотку, то не подписывайтесь на Шмот Народ. А если вы хотите что-то адекватное, то мы милости просим вас к нам в Шмот Народ и в наш закрытый клуб. Спасибо за просмотр этого ролика. До встречи.